В Туве по результатам прокурорской проверки возбуждено уголовное дело по факту хищения у детей психоневрологического интерната около 3 миллионов рублей. Прокуратурой Кахемского района установлено, что работники ДРЗИ Аксенского психоневрологического интерната с детским отделением с 2015 года по 2016 снимали деньги со счетов несовершеннолетних подопечных, открытых в одном из коммерческих банков, на которые поступала пенсия детей. При этом оснований для данных действий сотрудники учреждения не имели. Всего у 13 детей похищено около 3 миллионов рублей. Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей «Мошенничество». Сейчас по уголовному делу проводятся следственные действия, передает Респрокуратура.